Здравствуйте, друзья! Знаете, что это у меня такое? Что за устройство такое? Это называется держатель телефона, или, как его китайцы называют, ленивая рука. Здесь такая плотная прищепочка стоит, где можно держать телефон. Также около 60 сантиметров такая плотная, плотный жгут. И очень надежная прищепка. Прищепка очень тугая. Очень тугая. И на расстоянии где-то 50-60 сантиметров можно снимать видео, и при этом руки остаются свободными. Очень удобная вещь. Устанавливаешь здесь телефон, нажимаешь видео, и, пожалуйста, можно снимать, и при этом руки свободные. Вот так он выглядит сдалека. Покупал этот держатель телефона на AliExpress. Под видео будет ссылочка, если кому интересно, можно зайти и посмотреть. До новых встреч!